Итак, в нашем городе сегодня открылись 99 избирательных участков. Больше 167 тысяч бийчан имеют право голоса. У нас уже без 10:08 люди ждали открытия, первые голосующие. У нас, да, избирательный участок всегда, в общем-то, с хорошей явкой. Поэтому, наверное, у нас и досрочно проголосовало 39 человек. Одним из первых пришли на участок. Почему так рано? Я всегда так прихожу. Долг превыше всего. Оставаться безучастным я не хочу. Я хочу, чтобы мы жили лучше. А я всегда хожу, потому что это времен Советского Союза привычка.